Это очень опасный ритуал, так как я открываю портал в потусторонний мир. Ты можешь мне показаться? Что это сейчас здесь происходит? Вообще я странно себя чувствую. Dark Ghost. Всем привет, друзья. Сейчас я нахожусь в заброшенном доме. Я здесь уже был. По словам очевидцев, в этом доме обитает призрак старой женщины. Последний раз, когда я здесь был, паранормальная активность была слабой. Для того, чтобы усилить паранормальную активность и узнать, что здесь обитает, что за сущность здесь обитает, я буду применять свисток смерти. Это очень опасный ритуал, так как я открываю портал в потусторонний мир. Никому не советую это повторять. Звук свистка я уберу из видео и поставлю вместо звука свистка фоновую музыку. Как, по словам очевидцев, находилась эта женщина до самой своей смерти. Понятно, здесь все уже сейчас заброшено, все в таком уже плачевном состоянии. Сам я буду находиться в этой комнате. Так. Вот это вещи, которые лежали возле кровати той женщины. Это колокольчик. Ну и часы. Также зеркало. Я пытался оттереть его от копоти, но никак. Зажгу свечи и здесь проведу ритуал со свистком. Опять же, друзья, повторюсь, это очень опасный ритуал, так что не советую никому его повторять. И я уберу звук свистка с видео. Так, выключу сейчас свет. Так, друзья, поставлю здесь камеру. И буду проводить сейчас сеанс со свистком. Все, свисток я сейчас применил. Теперь буду ждать.
обращаясь к миру мертвых. Если здесь кто-то есть, дайте мне знак. Что это за звук? Ничего не видно. Ты можешь показаться? Стукни один раз, если ты здесь раньше жила или жил.
что это за звук? На чердаке где-то. Вот этот звук идет с чердака. Сижу пока здесь. Камеры пусть там поснимают. Ты можешь мне показаться? Вот тупы когтями. Ты можешь мне показаться? Ты можешь мне показаться?
Друзья, мне сейчас реально стало не по себе, у меня закружилась голова. Резко слабость. Я не знаю, что это сейчас здесь происходит. Ну, сука, ты вообще, я странно себя чувствую. Вообще надо ЭГФ. Сюда нужен ЭГФ. Вообще пипец. Не знаю, это время что-то значит или просто так. Нет, все, друзья, я ухожу отсюда, потому что реально я себя стал очень-очень плохо чувствовать. Сюда надо обязательно приходить только с ЭГФ. Все, сейчас я забираю камеру и ухожу отсюда. Я с тобою со двора в поле. Через поле к скалам, да, к морю. Над водой взлечу тебе, черной сестрою. Буду песни петь, как ты, звонко. Будет хвост, как твой, двойной, тонкий. Забери меня с собой, черной, да, живою.